Здравствуйте, меня зовут Бабиков Александр, и я занимаюсь решением вопросов логистики в ОБСК. И сегодня мы на нашем складском комплексе хотим вам показать картон, но не в ролях, а уже покрашенный и нарезанный. Специальная стенка для изготовления бумажного стаканчика. В этом видео мы показали прибытие заготовок для изготовления бумажных стаканчиков, из которых, кстати, пока мы снимали видео, уже накрутили несколько стаканов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Александр Бабиков, компания БСК. До новых встреч, пока!